Утро, друзья. Сегодня 26 марта. Вот остается несколько дней и уже перевалим на апрель. Здесь в Норильске стоят морозы. Вот уже почти неделю до 32, 33, по ощущениям 40. Вот. Так что работаем, терпим. Конечно, морозы не такие суровые, как такие же морозы в декабре, когда ветер еще дует. Здесь сейчас сегодня нет сильного штиль, но мороз хороший стоит. Видите, как все скрипит. Вот. Что? Следите за новостями. Будем открывать все больше и больше перспектив. Вот. Ждет. Ага, зараз ждет все. Вот, собрали здесь. Зар машины стоит.